Здравствуйте, я Давид. То есть меня зовут Давид. Я сегодня покажу вам нечто необычное. То, что мы с папой сделали. Это штука, которая крутит мотором. Вот так. Это красная вещь для того, чтобы когда это было на солнце, чтобы солнце, чтобы батарейка не испортилась. Это батарейка для лампочки. А вот эта батарейка еще что-нибудь придумает. А все это целое. Вот это не просто. Еще вот так вот. Как называется? Называется... Это называется робот. Это робот. С кем ты сделал робота? С папой. Сколько вы делали по времени? По времени час. Его мы делали час. Это наша кися. Познакомьтесь с ней. Ее зовут Звездочка. Угу. А теперь я вам покажу, что вот здесь вот еще есть такой руль. И он закрывает вот эту коричневую штуку. Вперед у него непростой. У робота вперед вот такой. Этот вперед очень сильный, прочный. И как? Зад. А вот это вот часть роликов. Это часть машины. Угу. А если вот это 4 и 4 колеса, да, вместе целое колес будет 9. Потому что, ну, 8. А замечательная еще, у вас если машина. Вот это можно еще прибавить, как будто это колесо, то тогда получится 9. Пока.